Всем здорово, мини-распаковочка, а в ней уже более правильные трубочки для питья чая мате, вот такие вот, они достаточно длинные, сейчас я вам покажу их длину. Приобретались они, потому что предыдущие были 16 сантиметров длиной у меня, а вот эти вот 19, ну давайте распакуем, посмотрим поближе. В общем, вот для таких вот вазочек, пить из вот таких вот трубочков 16 сантиметров, то что надо, то есть маленькая. Вот она небольшая, простейшая конструкция, неразборная, длина 15,5 сантиметров. Здесь же 19-сантиметровые, одну я взял для друга, одну для себя. Почему именно такой длины? Конечно, из вот таких вот емкостей неудобно, хотя, знаете, удобно, наверное. Давайте попробуем, раскручивается, нет, или она просто декоративная, не раскручивается ничего. Это для того, чтобы пить из вот такого вот термоса. Да, все равно чуть-чуть не хватает длины. Хотя пить, в принципе, можно. И я... Вот будь она, блин, на 2 сантиметра длиннее, было бы еще круче. То есть, я как обычно делаю. Вставляю вот сюда, вот эту малую трубочку. Вывожу вот здесь. Вот так вот. И, соответственно, пью. Я подумал, что более длинная будет повыгоднее, потому что это коротковато. Но я вижу, что она сюда не лезет, потому что здесь еще такой разграничитель. Блин. Давайте поближе посмотрим. Отверстия. Вот такие вот. Стоит там $1.5, что-то такое. Вот. Такая вот трубка. Но она довольно большого диаметра. Она больше диаметром, чем вот эта моя старая. Это мне не нравится, то, что она слишком большого диаметра и слишком толстая в этой части. Ну, так вот буду ее плющить, попивать из этого термоса чаек мате. Такая вот длинная трубочка. Короткая, естественно, для этой задачи не подходит. Еще вот что получилось. Взял фен, перегородку вот здесь вот немножко подогнул. И дополнительно можно эту штуку зафиксировать резинкой сверху. Канцелярской самой обычной. Она будет вот так вот торчать. И вот на такую глубину она будет опускаться. То есть, в принципе, почти до дна. Ну и это то, что мне нужно. Конечно. Еще 1,5 сантиметра, и она бы просто упиралась в дно, и было бы шикарно. Но надо искать. Все. Всем спасибо. Ссылочки, дополнительная информация в описании. Увидимся на канале. Пока-пока.